Сегодня в нашем регионе половина сел не обеспечена качественной питьевой водой. На решение этой проблемы Запорожская область получила 50 миллионов гривен субвенции из госбюджета. Об освоении бюджетных средств на брифинге в обладминистрации рассказал начальник облуправления ЖКХ Максим Шахов. Независимо от места и условий проживания, все люди должны иметь равный доступ ко всем услугам ЖКХ, распорядился президент Украины Виктор Янукович. Чтобы решить все проблемы Запорожской области, связанные с водоснабжением, нужны миллиарды гривен. На 50 миллионов, выделенных государством в виде субвенций, в нашей области планируют решить этот вопрос на 25 объектах. Город Запорожье – 7 объектов, город Мелитополь – 2 объекта, Бердянск – 2, Гуляйпольский район – 4, Пологовский район – 3, Васильевский район – 2, Ореховский – 2, Бердянский район, Токмакский и Приморский – по одному объекту. И у нас еще, судя по всему, до конца года будут некоторые корректировки в этом списке, потому что те объекты, которые предусматривают тендерную процедуру, у нас получается экономия от первоначальных кошторисов, которые у нас были. И за счет этой экономии мы будем добавлять еще в этот перечень ряд объектов. Что касается освоения средств, там, где проведение тендера не требовалось, уже приступили к работе. В остальных случаях, кроме одного, уже заключают договоры с подрядчиками. Кроме этого, продолжается работа на объектах, финансируемых из областного бюджета. Водонасосная станция, которая будет осуществлять водоснабжение на Балабино, Кушугум и Малоекатериновку, должна быть запущена уже в ближайшее время.